Всем привет, ребята. Вот и закончилась утрянка. Поле сложное, но мы решили здесь охотиться, потому что вчера здесь, на этом поле, это перепаханная кукуруза, продискованная, вернее, очень много гуся было. Мы решили рискнуть и вот таким вот бельмом посреди поля лечь. Благо чучалок у нас около 130 штук было, нас было пятеро. Был расчет на то, что на сумерках гусь полетит и не шибко будет нас срисовывать сверху. Но так не получилось. Гусь уже полетел почти 8 часов, то есть уже солнышко поднималось. Вот. И было сложно, конечно. Больше, наверное, ну, половина гусей точно пролетала, большие стаи мимо пролетали. Но тем не менее нам удалось вот кое-что настрелять, добыть. Собачки отменно просто работали, подранков догоняли и летящих. Вот. И Вист, и Шерри, красавчики. Но обо всем по порядку, смотрите далее. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, кому понравилось, делитесь в соцсетях. Приятного просмотра. Трянка. Наши чучалки, наш махокрыл. Вот так я расположил собак друг к дружке. На палочках маск-сеть положил. Поле очень сложное. Пахота. Вот таким бельмом мы и были на поле. Гусь, Макс, сделать.
Вот этих можно бить. Троицку вот эту бьем. Давай, огонь. Да куда ты, б***ь? Неубиваемый, нахуй. Есть. Тот подранок твист пошел. Нормально. Все, ложимся. Патроны. Во-во-во, смотри, смотри, налетай. Давай этого одиночку уработаем. Огонь. И слева, и сзади. Блин, чё ж вас так много-то прилетело? Ёшкин кот. Место. Вот эти пятерочка разворачиваю. Блин. Они, да, садятся. Двойку бьем. Давай эту двойку уработаем. Давай. Которая самая низкая шла, да? Вот сейчас двоечка справа, она более нереальная. Так, пятерочку. Подожди, сейчас я... Лист ко мне. Дай, молодец, на место. Давай эту четверочку, может, подождем. Я бы брал бы эту одиночку. Пусть садится. Тот гусь ходит в стае там, гуляет. Да? Он на дальнем конце края этой стаи. Чуть левее. Вот она, над нами бьем? Будем бить, да. Так, бьем. Есть, еще подранок пошел один. Нет? Рано, отлично, отлично. Они уже уходили, да? Смотри, сколько гуся в ней, бля. Смотри, там что творится. Тот лежит, да? Ловимся, пацаны, сзади идет. Нет, тот же лежит гусь, да, возле леса, который? Да пусть лежит. Сзади гуси, ловимся. Копуемся. Да. Да нормально, конечно. Вист, иди сюда. Шире на место. Гусем. Иди сюда. Дай. Дай. На место. Место? Ужас, что творится, выбили. Вишь на место! Не, он за гусем. А, за гусем? Да. Еще одна четверка идет. У меня сейчас гусь. Вист ко мне. Вист ко мне.
Диск ко мне, дай. 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 На тебе гуся. Виск, дай мне этого, дай. Виск ко мне, дай. Молодец, место. Виск место. Еще один голова торчит. Вашу мать, и не достану. Ах ты, виск ко мне. Дай. Молодец. Дай. Дай, на тебе гуся. Двоечка справа. Двоечку. Вот эту кучу надо было. Поздно. Поздно. Ложимся. Поздно. Сзади вот эти низко идут. Смотрите над нами. Можно, можно бить. Место! Ну иначе не же самое головой. Прячемся. Справа пятерочка. Смотрите, низенько. Одиночка прям на штык лезет. Бить? Место. 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 Можно бить. Огонь. Блядь, под правую. Под правую руку. Вист! Нашел? Блин, сзади идут и идут. И, блин, большими партиями. О, справа. Сразу, да. Место. Вист, ко мне, дай. Молодец, дай. Дай, на место. Возьмите кто-нибудь. Он живой. Бля, одиночку бью. И посрал. Бля, одиночку бью. И посрал. Вист ко мне. Вист. Ко мне. Сразу 4 выстрела было или что? Я лежал, я даже не вставал. Вист ко мне. Дай. Дай. Нате, нужен? Нате гуся. Блин, по-моему, они не хотят снижаться вообще. От слова вообще. Но вот этот остается. Я вижу лапки. Ох, как он подставляется, сука. Ты пробуешь? Да. Давай пробуй. Далеко. Ну что? Давай, огонь. Вист, иди сюда. Вист ко мне. Дай. Молодец, дай. Дай. На место, молодец. На место. На место. Один садится. Одиночку будем брать. Если на нас... А еще стая, смотри, справа. Что, пробуем?
Давай пробуй. Сейчас пускай над нами ровно зайдет. Давай огонь. Есть. Не надо. Видал, как с первого выстрела. Чек. О, нормальные патроны. Я на патроны грешил. Думал. Двойка справа развернулась уже. Зависает над нами. Команду. Лапки видно. Огонь. Yeah. Подранок, да? Подранок. Он сейчас упадет. Вист, дай. Молодец. На тебе гуся. Гуси над нами сзади. Блин, надо за тем подранком сбегать, иначе вообще не найдем. На пупок хотя бы мне пробежать и виста послать. Давай. Аборт! Ох ты! Сальто! Красава! Апорт! Сыт! А, даже лег. Дай! Молодец! На место! МЦ-шка хлестко бьет. Вист, ко мне. Иди сюда. Все, дай место. Место. Над нами двоечка, смотри, как висит сложенная. Красиво, да? Ниже, ребятки, ниже. Справа, вот они, над нами висит за головой. Вот он. Ну как за головой бить? Вот он. Давай, огонь. На. Видал, как стрелять надо. Но. Вист. Дай сюда. Дай. Ух ты! Догнал. Молодец. Ко мне. Сыт. Апорт, Шерри. Ай, умница, девочка. Апорт. Ко мне. Сыт. Ай, умница моя хорошая. Очень хорошо летит. Серега справа из-за спины, прям над нами.
Смотри, готовься. Давай, лови рест. Опа! С 12 до 5 нельзя. Дай. С 5. Дай. Дай. Давай сюда. Одиночка может свалиться. Он живой? Нет, он слева. Ниже спускается. Парни, готовьтесь. Блин, за спиной. Падла, но низко. Готовимся. Так, стой. Огонь! Есть! Есть! Но! Вист ко мне! Хороший гуменник! Ко мне! Ко мне! Иди сюда, иди сюда! Вист, иди сюда! Он крылом не видит нифига, как слепой. Молодец! Дай! 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 Справа четверочка еще тоже. Четверочка вообще офигенно, ну. Если завернут на выстрел. Огонь! По-моему, нижний. По-моему, нижний, да. Да. Сейчас я доберу его. Вист! Апорт! Апорт! Вон он. Блин, камеры нету на удали. Шерри, апорт! Апорт! Пацаны, бейте его, блядь! Где-то спрятался в стае. Во! Вист словил. Фу. Красава. Он около столба сел. Потом он сел около столба. Он пробежал туда. И оттуда уже взлетел. Трак не видно. Огонь. Подранок, да? Подранок. Загусял. Он сейчас упадет. Он сейчас упадет. Смотри, остальные к нему идут. Вот он слева, слева. Смотри, смотри, спереди садятся. Этот одиночка, смотри, справа пошел. Очень низко, низко. Сейчас на скрудок сядет. Они разворачиваются за головы так же. Тройка? Сейчас будет слева заходить, можно будет бить.
Так, внимание. Огонь. Есть. А? Я попал по жопе, а кто там в грудак попал?